Так, принесли на ремонт нам вот такой спинной массажер. Сейчас будем диагностировать и ремонтировать. Для начала проверяем блок питания. Проверим напряжение. Напряжение есть. 12 вольт. Видно, да? Поехали дальше. Вращение есть. Нормально. Снимаем его сюда. Так. Смотрим здесь, что тут тоже было питание. А тут питания у нас нет. Не приходит. Почему туда? Нету на питание у нас. Будем разбираться. Ну все, в принципе, проблема устранена. Так, это включение. Реверс. Регулировка оборотов. И нагрев. Включение-выключение. Вкратце расскажу устройство. Вот так их назовем, лопатки, которые массируют. Электродвигатель с редуктором червячным. И все, тут в принципе больше ничего нет. Плата управления и кнопки, блок питания. Вот его устройство.